Дети читают стихи на лабиринт.ру. Меня зовут Ольга Зорина, мне 9 лет. Вовкина бабушка, Преображенская. Была простая бабушка у Вовки Черемных. Ничем не выделялась она среди других. Пекла для Вовки шарнишки, с капустой пирожки, штаны ему стирала и штопала носки. Но вот пришел однажды какой-то генерал. Он крепко-крепко бабушку при всем расцеловал. И с вечера вспоминали, а не военный год. Вовке сердце жарко, и стукнет, кто замрет. А вот какая бабушка, а он-то и не знал. Спасен от смерти бабушки вот этот генерал. И все в отряде знали Настену Черемных. Разведчицей отважной она слала них. Теперь для Вовки шанечки вкуснее во сто раз, а все, что скажет бабушка, как воинский приказ.